Дождь в Роттердаме. Сумерки. Среда. Раскрывши зонт, я поднимаю ворот. 4 дня они бомбили город. И города не стало. Города не люди и не прячутся в подъезде во время ливня. Улицы, дома не сходят в этих случаях с ума и, падая, не призывают к мести. Июльский полдень капает из вафли на брючину. Хор детских голосов. Вокруг громады новых корпусов. У Корбюзе то общее с Люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы. Что позабудут в ярости циклопы, то трезво завершат карандаши. Как время нецелебно, но культя, не видя средств отличия от цели, саднет. И тем сильней от панацеи. Ночь. 3 десятилетия спустя мы пьем вино при крупных летних звездах в квартире на 20-м этаже. На уровне, достигнутом уже взлетевшими здесь некогда на воздух.